Средние специальные высшие учебные заведения Бийска готовятся к наплыву абитуриентов. Так только педагогический университет готов принять больше 1000 первокурсников. Основная работа приемных комиссий начнется в июле, после того, как выпускники школ получат аттестаты. Однако уже сейчас приемная комиссия принимает заявления от тех, кто не смог поступить ранее. Самое главное, что после 2 лет дистанционной работы в этом году комиссия ждет абитуриентов очно. 2 года приемной кампании в онлайн-режиме у нас наложили ограничения на личное общение. В этом году такого варианта нет. Мы работаем как в онлайне, как через госуслуги, так и при личном приеме документов. Но независимо от того, как вы будете подавать документы в университет, лично или по интернету, вы должны будете прийти в университет и подать документы в образование. Это диплом, если вы закончили колледж, или аттестат, если вы закончили школу. Лично. В Бийский педуниверситет большинство абитуриентов смогут поступить на бюджетные места. В этом году их 728. Но в общей сложности вуз готов принять больше 1000 студентов. Добавим, в университете ведут подготовку по 18 направлениям бакалавриата, 4 магистратуры и 3 направлениям аспирантуры. Самые востребованные специальности, где ожидают большой конкурс, это иностранный язык, экономика, психология, а также туризм. Отметим, что в этом году студентов набирают и на несколько новых направлений подготовки. Здесь упор сделали на мультспециальности. Например, география с дополнительной подготовкой в области туризма. Или же информатика и цифровая экономика. Добавим, что такой диплом в будущем будет более востребованным среди работодателей.